Сегодня второй день идет субботник, 75-летию Победы готовим парк. Я думаю, чистый город, зеленый город, это актуально и сегодня для всех. Скоро весна, сегодня почти весенняя уже температура. Мы должны идти к тому, чтобы зазеленеть, чисто убрано, и чтобы красиво было в наших парках. Не будем пропагандировать здоровый образ жизни. Есть понятие общественный полезный труд. Мы сегодня этим занимаемся. Нужно иногда собираться. Дети, школьники пришли, это отрадно и приятно. И вот приобщаются, да, к такой работе. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, молодежь. Ва алейкум салам. Вот надо приобщать молодежь, так что и своих детей. Мухаммад здесь. Я хочу с дерева. Уважаемые горожане, вы видите. Показать детям, как надо копать. В городе, пример, где пример. Дети пример, растут. Старший пример, они младший. Уже и 20 лет тоже я увидела парня, который он лопату дала, я ему, давай я говорю, копай. А он говорит, я не умею говорит, копать. А что надо делать? Я показала. Дай Аллах вам крепкого здоровья. Дай Аллах вам здоровья. Спасибо вот, вам Шейх Саид, всем, брат. Что все организовали здесь, вот эту вот такую вот. Это сейчас постоянно будем организовать. Ой, Аллах, я здесь, здесь как... полный парк деревьев. Буду скоро проходить, я сюда посмотрю, я научу их тоже скажу. Надо им говорить обо всем. Если не скажут, это ребята, откуда они знают, если родители, бабушки, если не учить их. Правильно, надо, правильно. Надо правильно уважать старших. Все, 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 надо им это все научить. Это наш исламский, арабский... который наш, саллаллаху тааля алейхи ва саллям, аварак, как говорил, ну надо же их научить с детства, все надо рассказать им, воспитывать. Самого рождения, конечно. Амин, амин. Сейчас вот детей тоже снимем. Что, настроен? А ну руки из кармана, как ты настроен, тигр? А ну, бокс сделай, левый, правый, можешь? А ну, давай. Вау, все, все, нормально, мужчина. Все, начало пошло. Начало пошло. Так что, друзья, молодежь, берем пример вот с нашей тети. Дай Аллах вам крепкого здоровья. Машаллах, машаллах. Это хотя 60 сантиметров, наверное, да? Как бабушка сказала, вокруг. Сразу вы уберите, Эльдар, дайте под ногами. Оденьте перчатки, там возьмите, оденьте. Сразу соберите вот то, что порезали. Порезали? Давайте молодых сразу. Отлично, отлично. Честно, Руманаб, я... оценка какая? Вот вы отлично, как? Ну, отлично. Уже 60-й делает, 60-й. 60. Только Агиб делал столько. Мухаммад, ты как дзюдоист, что скажешь? Шикарно. Отлично. Отлично. Просто отлично. Все-таки работа тяжелой атлетики, значит. Да, он пахарь, он... Хамилов. Как настроение? Все нормально. Видите, без одышки, без ничего, говорит. Отличная дальше тоже. Погода, солнечная погода. Хорошо, душа дело. Радуется, ребята работают. Бабушка показывают пришла. Наши ребята, которые и в спорте пример показывают, и молодежи пример показывают. Машаллах. Это почин, великий почин. Мы сегодня, если не будем пропагандировать здоровый образ жизни, есть понятие общественно полезный труд. Мы сегодня этим занимаемся. И пришли вчера, договорились сегодня. Амин, амин. Во благо города, во благо республики.
молодцы сегодня где-то нашли время. Это и дзюдоисты, и Манап здесь, и Крахман здесь, и Чанкала здесь сегодня где-то с утра пора. Молодцы, давайте. Давай, 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 вот берите вот это. Только осторожно, будет осторожно. Игольчатый, там будет много осторожно. Только осторожно. Всем, всем, давайте. Мне постараться. Здесь большие, не колючие они. Вон туда мы потащим у нас. Пусть, пусть. Давай, молодец. Куда будем таскать? Туда, туда, дальше. Аккуратно только, аккуратно берем, аккуратно. Давай. Алейхиссалам. Само кино, шибу, сахижу. Мазаргано. Вот пришли наши старшие тоже поддержать. Заслуженные тренера Российской Федерации. Бойцы, борцы. Ну что, показываем пример для подрастающего поколения, что такой хороший, красивый парк, что здесь постоянно надо уход. Мы вот так должны все, кто может, субботники делать. Вот так. Это хорошее дело для зарядки. Правильно. Мы должны оживить этот парк тоже. Своей республике помогать кто чем может. Правильно, Джафаров? Точно, Джафар? Брат, точно. Вот видишь, как я помогаю. Хорошо. Вот. Хорошо. Камилов. Вот Камилов, как всегда, старший с нами. Сейчас они газы. Вот это зайдите, вот это возьми.